Вот это снежок у нас пошел. Всем приветик, доброе утро. Ну, у нас уже 10:30, только проснулись. Сегодня у нас выходной. А у нас среда, кто не учится, никто не работает. Какой-то там католический праздник. Вот, и снег у нас пошел. Прям такой крупный. В общем, 2 дня не снимали влог. 2 дня я проболела. Значит, ну не 2 дня, а 3 дня, получается, первый день. Только начала как-то себя плохо чувствовать, на второй, на третий день просто ужасно. Это было что-то. Я давно так не болела. В первый день я почувствовала, что что-то не так. У меня болело горло. Второй день чувствовала себя просто ужасно. Во-первых, у меня была температура. Максимум поднималась до 38,5. Особо кашля не было, насморка тоже. Провалялась и целый день. Самое ужасное, что у меня болели глаза на дневной свет. Было настолько больно, что они даже слезились. Мне пришлось закрывать все жалюзи. Так вот лежала целый день. Не разрешала никому открывать, чтобы было темно. На третий день то же самое. Я думала, буду снимать влог, буду намного лучше себя чувствовать, но нет. Также закрыла все окна. И у нас еще такой день был солнечный. Была очень хорошая погода. Именно на вот этот дневной свет у меня очень сильно болели глаза. Такого у меня, конечно, никогда не было. Первый раз. Сейчас все хорошо. На сегодняшний день. Сегодня уже 4-й день. Немножко кашель есть, большой насморк, но температуры уже нет. И глаза уже не болят. Все хорошо, идем на поправку. Сегодня чудесная погода. Я люблю, когда идет снег. Если бы он еще на земле оставался, вообще замечательно было. Но температура на улице плюсовая. Плюс 2-3 градуса. Скорее всего, заболела я от Лео, потому что у него точно так же было на прошлой неделе. Тоже ему было больно смотреть на свет. Был кашель не сильный. Скорее всего, от него и заразилась. Мы сейчас будем делать пиньяту. Ксюша открыла свой календарик. Уже ты за 2 дня сразу покажи, потому что я не снимала же. Вот этот сегодня. Вот этот сегодня попался? Это обычный. И вот этот. А, да, вот это вот. Это вчера ей попался. А 6-ку ты показывала? Да, по-моему. А, нет, тоже не видели. Вот это тоже не видели. Вот такой вот. Как будто зашитый, да? Ага. Из мешка. Вот такие вот. И они тут понравились. 3 штучки попались новые. Как называется? Спрашивали, как называется. www.funko.com. Funko и вот Pop Pocket. Такая еще есть Гарри Поттер серия. Да есть много, еще есть Fortnite, есть очень много. А Fortnite там не было. Если бы был бы Fortnite, есть. Я бы купила Fortnite. Еще в Гарри Поттере вот этот, но я думала, Гарри Поттер ты... Не особо как бы фанат Гарри Поттера, поэтому... Я его даже не смотрела. Да. Тук-тук-тук! Маргоша, ты открывала календарь? Нет. Давай откроем. Почему? Ну просто. А, тебе вчера попался этот кулончик? Нет. Ты уроки делаешь? Маргарите попался, я не знаю, если вы видели. Вот такая вот подвесочка красивая. Потом ей попались вот такие вот. Это мы сначала думали, что это сережки. Нет, это подвески дополнительные. В другой тут. Цепочке. Да, вот это вот. Сюда можно несколько даже сразу, да, Маргош? О, какие красивые. Покажи. Голубенькие. Прям, Каролин, тебе твоим глазком подходит. Ну-ка, открой. Мы пошли пиньяту делать. Ну, не идем кушать, идем. Нужно здесь сделать отверстие сразу, куда мы, как мы будем засыпать конфеты. Ты же сказала, снизу. Ну, снизу, нет, сверху давай сделаем. Или снизу. Не, снизу давай сделаем. Только не шуми. Так вот они каждый день играют. Вчера ночью так бесились. Вот так. Когда пытается ее укусить, но не получается, потому что у Бонни много шерсти. И она тогда идет кусать ей лапы. Потому что за шею не может укусить. А Бонька не кусается, да? Бонни только так вот возле нее бегает. А так вот. А та пытается укусить. Сейчас она подготовится. Опа! Опа-ля! Кошка скоро будет с размером Боньки. Так, ну что, мы уже начали наклеивать нижнюю часть. Вот это вот у них она просто такая. Они просто наклеили, видишь, цветную бумагу. Но мы сделаем такой. А я все поломался. Соломороженое. Бонни! Бонни!
Бонни, мороженое! Где оно? Бонни, Бонни, Бонни! На! На, иди кушай. Тебе подарок. Already packing, come with me. I'm not really asking. We'll get away to a place where we don't know. About to see the world in action. What we can be, life with no distractions. We'll get away, this is what we waited for. Somehow we can't miss out. I'm done living life with the lights out. Died with my own doubts. Be free with me. Let's go, let's be free. Все, Каролина, посмотри. Нравится? Пиньята. А глаз? Нет, мы еще не закончили. Мы только одну сторону сделали. И вот здесь вот начали. А где глаз? Потом будут глаза. Вырезали отверстие, чтобы конфеты туда закинуть. Все. Так, ладно, пока я останавливаюсь. И буду продолжать потом, потому что у меня много других дел. Каролина, вы уже кушали мороженое. Много мороженого съели. Постельное белье хотела снять, постирать. Она заправила постель. Ладно. Опять расправим. Ничего страшного. А что ты хочешь распечатать? Гринч. Гринча? Водка. Ты хочешь на шкаф, что ли, повесить? Ага. А бумаги много у тебя? Ну да, тут вот нормально распечатала. Фотографии. А может быть, я вот так вот приглашение распечатаю? Не буду делать ничего. Не рисовать. М? Приглашение Максу на день рождения. Найду картинку какую-нибудь Star Wars и все. Это... Ой, свет почему-то уходит. Вот. Canon, селфи, вот такая вот серия, да, CP13 номер. Она вообще заправляется же потом, да, картриджи можно покупать? Такой карманный принтер для фотографии, специальная бумага продается. Видишь, желтый. Угу, тут показано желтый. Ха, уже видно. Ну, уже видно, да? Теперь розовый. Угу. Такой красный. Всего 4, да, цвета? 3. 3? А они там смешиваются. Угу. И теперь будет синий. И теперь синий, голубой. И смотрите, будет готовый рисуночек. Та-дам! Фокус-мокус. Угу. И смотрите, там будет такое. Угу. Вообще вот. А теперь? Все? Сейчас еще, а ну, еще белый. Угу. А, все. Белый, да. Еще белый добавляет. Вот, круто. И все. Прикольно. Смотрите. Теперь вот эти вот нужно вот так вот. Нет, это не клей-то. Еще одна. Это просто боковые. Это только такую бумагу нужно покупать. Угу. Другая не подойдет. У нас сегодня день подделок. Все занимаются какими-то подделками из бумаги. Не нашла нигде, как сделать именно вот в таком стиле. Мы решили просто распечатать вот такие штуки. Круто, да? Угу. Короче, 5 штук надо. Вот это одна. Угу. Теперь еще 4, да? Вот такая ему не понравилась, не захотел. Но вот это круче смотрится. И могу здесь просто наклеить другого цвета бумагу. И написать приглашение. Макс, смотри. Нравится? Мир-алё. С обратной стороны я буду писать имя, кому. Наклею бумажку другого цвета и буду писать имя, кому, во сколько, куда. Ладно? Снежок еще сыпет, но уже не такой крупный. Но все равно, видите, он тает быстро. У нас, может быть, появится скоро второй хомяк. Все, мам. Но это еще не точно. У наших друзей
Мальчик русский, Данил. Вот у его папы, скорее всего, аллергия на хомяка. Если это подтвердится, то они нам его отдадут. Я сейчас пойду. У них, кстати, тоже мальчик, и зовут Рики. Так что у нас будет два Рики. Рики спит. Но это еще пока не точно. Посмотрим. Двойной делай скотч. Двойной с двух сторон. Это отрежь. Что-то у нас так день быстро пролетел. Время уже 5 часов вечера. 5 часов вечера. И мы сейчас будем готовить ужин. У меня здесь... У меня осталось немножко фарша. Это должен быть обед. Ну, так мы позавтракали в обед. Поэтому это у нас ужин, как всегда. И я хочу сделать макароны по-флотски. Скорее всего, только не макароны, а спагетти по-флотски. Потому что папа хочет спагетти. Это тебе папа еще сделал? Да. Папа прям талант, он оригами умеет делать. Ну-ка, покажи, куда ты клеишь свои картинки, фотографии. Она там, где стоит. Ты уже все закончила? Еще. Смотри. А это что такое? Смотри, это как... мама. Это у меня тоже есть на компьютере такое. Игра какая-то, что ли? Нет, это просто это. А, ты к себе на стол. Ты свой столик украсила рабочий. Вот тут Гринч, тут Бэби Йода и тут еще. Угу. Гринч. Прикольно. И еще это. Ариана Гранде Мехураи. Видите, как уже Каролина отдекорировала свой столик. Здесь у нее мишура. Молодец. Тут не куколки стоят. Две близняшки. И киса тут. Ой, я спрыгнула. Один Йода. Что Йода? Постель. Если я увижу, можно. Я же не знаю, где это. Она уже здесь. Она может здесь все снести. Ей, убирай ее. Все фотографии сорви. Она сейчас это... Смотри, чтобы она мишуру не съела. Уже вода закипела. Не предупредили меня, что вода кипит. Спагетти. Учился? Уже давно. Тебе так хорошо играть раньше. Девчонки, кстати, не играют, да? Вы уже не играете в Roblox. Вы спрашивали ваши аккаунты. Они уже не играют. Вот Макс и Каролина играют. Вилки бери, пожалуйста. Я упала туда. Раз, два. В прошлом видео писали в комментариях, почему я так мало накладываю еды бабушке. Потому что она мало кушает. Но они, наверное, просто не подумали, что она может просто мало кушать. Понимаете? Я ей накладываю столько, сколько она хочет. Не столько, сколько я хочу. Я ее уже за эти 2 месяца, сколько? 2 месяца она с нами живет? За эти 2 месяца, что она с нами живет, я ее очень хорошо знаю. Я знаю, сколько она ест, какие порции она ест, сколько раз чай она пьет. Поэтому, ребят... Где-то 100 раз в день она чай пьет. Мы, конечно же, едим больше, чем она, но... Я уже знаю, что она ест, что она не ест, что она любит, что не любит. Ну, в общем, я уже все знаю. Все, приятного аппетита. Маргоши нет еще. Можно мне что-то? Что, острое? Да. Точно? Да. Ты уже все съела так быстро? Пока я всем накладывала, Каролина уже почти все съела. Вот так. Макс тоже. Папа уже съел. Эй, как так? Найк. Нет. Алло.
Можно немножко меня подождать? Ну вот, я одна буду кушать. Уже все съели. Пока я накладывала. А как так можно? Значит, я ее накладывала. Да, наверное. Сегодня 8-е. Да, я это? И 6-го не открывала. И 6-го не открывала? И 7-го не открывала. О-о-о! Ну ты даешь. Это тоже открыто. Синий, вы принеси, какие там чаи. Так ты уже заварила чай, что ж там? Красненькая. Не чередуй, нет, все красные. А это нет, правда. Это золотистая. И там у тебя еще красная была. А я ее отдала туда. Ах, ты хитрая такая. А вот так вот. А вот так. А вот так вот. Шайбе. А вот так вот. А вот так вот. А что, если всей больше нет у меня? Есть, все равно находится. У тебя много ходов еще. Так, у нас теперь Каролина научилась играть в шашки. Играем с ней. Так, ты кого, папу выиграла? Да? Молодец. Каролина помыла волосы. В комментариях писали, я вспомнила сразу. Спрашивали, чем моете волосы, как вы за ними ухаживаете. В принципе, ничего особенного. Шампунь обыкновенный. Вот такой вот Эльсеф. И любой бальзам. Бальзам, например, вот такой вот мы взяли. Натурбокс. Это для объема. Ну и вообще сами по себе у Каролины волосы очень хорошие. Так что будем сушиться. Все, больше ничего не делаем. Очень долго сушатся волосы. Я аж устала. Но мы не всегда сушим их. Это просто сейчас нам нужно уже ложиться спать. А так обычно они сами по себе высыхают. Очень редко, когда сушу феном. Потому что это тоже не очень хорошо для волос. Но вот сейчас вот раз пришлось высушить. Нравятся эти длинные волосы? Подстригать не хочешь? Не надо. Не надо, ну вот. Так что, чтобы если что никто не думал, что мы ее заставляем длинными волосами ходить. Нет, ей нравится очень. Она не хочет подстригать. Я вот ей недавно, когда состригала эти кончики, она это боялась. Думала, сколько я там ей срежу. Не очень она хотела. Поэтому я совсем чуть-чуть. Видите, даже эти обесцвеченные и остались. Потому что она не захотела больше срезать. Пижамку надеваю, зубки чистить и спать. А я так не буду спать. Я тебе сейчас косичку заплету обязательно. Ага. Так, ну что, всех детей спать уложила. Сейчас буду заканчивать. Закончу с пригласительными. В общем, такие вот у нас получились. С Максом решили не заморачиваться. Не нашла я каких-нибудь прикольных идей для пригласительных именно в его стиле. И, в общем, он согласился на такие. Распечатали простую фотографию. Такую вот из Star Wars. И наклеили. Ксюша наклеила с обратной стороны черный. Смотрела телефон и подложила себе руку под голову. Ну, как пятно аж осталось. В общем, все закончилось с пригласительными. Завтра утром мы поедем выкидывать вот эти вот стулья, которые мне уже раздражают. И заедем по пути в магазин. Нужно еще докупить кое-что ко дню рождения. И все. Утречком завтра рано встаем. Отвозим детей в школу. То есть Каролину в школу отвезем. Все остальные сами, и все. И поедем по делам. Нам нужно будет успеть это все до обеда сделать. Выкидывать мусор нам нужно ехать аж в другой город. Ну, там где-то минут 25-30 дорога. Я сейчас буду монтировать влог.
смонтирую его сегодня, чтобы был уже готов. Буду с вами на этом прощаться. Всем пока. И увидимся в следующем влоге.